Всем привет! С вами Селена Свей. Сегодня мы поговорим о подарочках, и я хочу поделиться с вами, что же подарили мне на Новый год. Конечно, может быть, это видео уже давно-давно надо было снять, но я просто была занята, отдыхала после всех этих праздников, потому что, может быть, вложек сниму. Я всякие разные видюшечки маленькие снимала, мне не удавалось очень много снимать, где я провела Новый год и как, да. Я провела его в Белоруссии, через Москву ехала, то есть очень было насыщено все. И хочу поделиться, значит, подарками, что мне подарили. Начну я, наверное... со своей сестренки. Сестренка мне подарила очень всегда нужные вещи для девочек. Это гели для душа, какие-то мыло там и так далее. У меня их много, и я всегда рада, всегда какие-то новые запахи, что-то экспериментировать. Она мне подарила, значит, из Avon. Это вот такой увлажняющий лосьон большой. Вот, он очень вкусно пахнет. Я его сразу же попробовала, он в течение там буквально 5-10 минут уже впитывается и не оставляет липкого следа за собой, что мне очень понравилось. Также вот такое вишневое мыло, я его еще даже не открывала, вот, еще сейчас вот закончится у меня то мое, и я сразу буду пользоваться. И вот такая вот интересная пилочка. Пилочки, как вы знаете, такие особенно, да, они, ну, долго прям не служат, и все равно вот у меня в основном такие все пилки уже как раз-таки на исходе. Так что такая вот в форме сладости какой-то очень прикольная. Спасибо тебе, сестренка, все очень полезно, нужно, я буду всем этим пользоваться. Также моя тетя подарила мне вот такую губную, как раз-таки я была в нем... Была видео или буду в видео, я не знаю, каким по порядку я выложу эти все видео. Это вот в покупках китайские посылки мне пришли, и я там вот этой вот помадой накрашена. Avon Color, непонятно, 715 может быть. Здесь не написано цвета, но он вот такой вот необыкновенный цвет. Ну, в общем, увидите в видео. Подходит под мои шторы. Также подарила такой интересный полотенчик. Так у меня на кухне обычный полотенчик, которым я вытираю, а здесь из очень мягкой ткани. И вот он, видите, гляньте, прям сделан вот так вот. Вешаешь и вот так вот аккуратненько. Мне очень понравился такой подарочек. Также магнитик на счастье с обезьянкой. Так что счастье будет теперь у меня море. Дальше я поехала в Москву. И, конечно же, мне подарили подарки уже мои... Возможно, будущие родственники, но я уже их считаю семьей. Мне подарили, Машенька мне подарила такой домашний костюмчик, в котором я все время спала и сейчас продолжаю спать, вот такой с Мишкой. По-моему, в Encanto она брала. Вот, ну и такие же трусики, не буду их разворачивать, вот такой костюмчик. Трусиков даже два вида, чтобы мне было комфортно и удобно. Спасибо Машеньке большое за это. Вот, также в Москве, ну, любимого мы оставим на потом, что он мне подарил. Поехала я в Белоруссию, там мне подарили, значит, вот такую интересную штучку. Дед Мороз у нас прям был. И такую интересную штучку, колбочка, вот с таким вот интересным наполнителем, запахом, жасмин. Я еще не пробовала его, но вот как раз-таки ждала, пока вам покажу это видео, для того, чтобы... Потом все это раскрыть уже и пользоваться в полной мере. Дальше в Беларуси также вот такие мне вот еще подарили вот дезодорант. Но скорее не для меня, потому что я уже запах его почувствовала. Просто, может быть, кому-то подарить. Буду, в общем, Dolce & Gabbana вот такие вот. Очень интересный запах, он терпкий, он похож на чем-то Dior Poison. Знаете, вот такой сильный прям запах. Это вот кому нравится, да? Сладкий, яркий, может быть, раскрываться будет по-другому. Надо его вообще на самом деле попробовать, может, я его никому не подарю, а оставлю себе. Также друзья моих родственников, друзья моей новой семьи, также одарили нас подарками. Мне подарили куртку, вот, итальянское все. Кейн Марко Вентур, Джейн Марко Вентур, может быть, кто знает. Вот курточка видео. Покажу сейчас вот.
Дальше они также подарили мне вот эту вот кофточку. Это Армани. Очень мне нравится кофточка. У нее здесь такой свободный воротничок. Она такая удлиненненькая, вообще очень клевая. И также подарили кошелечек. Жан-Франко Ферре. Вот такой вот кошелечек. Очень стиленький. Я еще ничего оттуда не вытаскивала. Здесь есть отделение одно, потом на змеечки для мелочи. Куча разных еще маленьких отделений. В общем, так он смотрится очень стильно. Спасибо большое за подарки. Также я поехала к своей подружке, Кристюшке. И она, моя девочка прекрасная, подарила мне, знает, как я люблю этих Мини и Микки. Она мне подарила кофточки. Мы недавно с ней гуляли, я тоже не знаю, когда я видео это выложу. Я была в этой кофточке как раз с Мини. Беленькая, очень мне нравится. Я прям порадовалась. И вот такая вот дома ходить, розовенькая. Тоже уже хожу в ней дома. Спасибо, моя дорогая, все мне очень нравится. Люблю тебя прям, ты в точку все подгадала, знаешь, что мне нравится. Также мама Кристины на вот такую банку мне варенье, я не помню, варила она или нет. В общем, калина, перетертая с сахаром. По-моему, калина очень полезная, я ее ем, вот видите, уже сколько осталось, буквально мне на днях ее подарили, поэтому я это уже съела много. Как я вам говорила, очень люблю чай с вареньем и со всеми делами. Так, и что же подарил мне любимый? Любимый подарил мне кольцо, естественно, вот такую вот красоту на пальчике у меня из белого золота. За что ему большое-большое спасибо, он очень меня радует. Вообще, на самом деле, все, что у меня есть, все мои покупки, посылки, все вообще это, можно сказать, его подарок, потому что все это помогает мне приобретать. Поэтому спасибо ему за все, спасибо ему за подарки, спасибо ему за все, что он для меня делает. Я тебя очень люблю. Ты для меня самый лучший подарок. Вот. Ну и в принципе все, я надеюсь, я никого не забыла, потому что я уже много что раскидала, уже чем-то пользуюсь, и вот что я успела собрать в последнее время, вот, да, или еще то, что не открывала, то и сказала. Вообще, всем спасибо за подарки, всех с Новым годом, я желаю, чтобы все мечты, которые вы загадали на Новый год, все у вас были, чтобы все у вас было хорошо, кому нужна любовь, было много любви, кому нужны деньги, пусть будет много денег, здоровье, кто хромает у нас на здоровье, и, в общем, все, чего вы сами желаете. Ну, а я желаю себе детей, моему любимому тоже, поэтому детей нам, пожалуйста. Все, с вами была Селена Свей, подписывайтесь. Ставьте лайк, не забывайте. Это для меня очень важно. И пока-пока.